конце 2013 года я у себя в группе ВКонтакте устраивал голосование на отбор игр для моих обзоров. Одной из игр-победительниц стала как раз-таки Postmortem. Так получилось, что в моей группе достаточно много людей, которые практически не играют в видеоигры. И именно они в основном и голосовали за эту игру. У меня же первое знакомство с этой игрой состоялось осенью 2002 года, в момент ее выхода. Сначала я видел только пиратские диски, которые назывались «После смерти» или «Посмертно». А позднее, в 2003 году, я увидел уже русскую официальную локализацию от фирмы 1С. Сама игра меня заворожила своими скриншотами, атмосферой Парижа 30-х годов 20 века, расследованием загадочного убийства и, конечно, одним из главных достоинств игры, написанным на коробке ребятами из 1С, было следующее. Запутанный детективный сюжет. Игрок буквально погружается в круговерть жестких убийств, лжи и обмана, и только самый тщательный анализ происходящего может помочь ему остаться в живых. И это было чертовски верно, как показало время. Но поскольку у меня тогда был очень отсталый комп, даже по меркам тех лет, и денег у меня не было в те годы на покупку вообще чего бы то ни было, то я не то что даже не мог поиграть в лицензионную версию, я даже не мог поиграть в пиратскую. Шли годы, и в конце 2008 года я случайно наткнулся на лицензионную версию от 1С в одном из магазинов и купил ее, и два дня самозабвенно проходил. Впрочем, я увлекся своими воспоминаниями по данной игре. Перейдем непосредственно к ее описанию. Игра вышла 18 ноября 2002 года от французского разработчика игр Microids, а точнее от его канадского филиала в Монреале. Игра была создана силами 27 человек, среди которых было 8 художников, 5 аниматоров и 6 программистов. Делалась игра на движке Virtuos, который использовался во множестве игр этой компании, включая всеми известную Сибирь. Игра представляет собой квест с решением головоломок, сложной системой диалогов и с возможностью обзора от первого лица на 360 градусов. Но при этом полностью полигонными остаются только модели персонажей и некоторые предметы, а сами фоны задники представляют собой нарисованные пейзажи. 17 октября 2003 года игра была официально локализована фирмой 1С. Переводом и озвучкой игры занималась студия Logrus. Русская озвучка выполнена на высоком уровне. Были приглашены актеры дубляжа Старой Гвардии, среди которых были такие люди, как Александр Быков и Александр Назаров, что в свою очередь меня очень порадовало. Перевод от Logrus'а тоже выполнен на высоком уровне, почти нету так называемых надмозгов и отсебятины, за что им огромное спасибо. Это все прекрасно, но как я теперь найду этого человека? Он никогда больше не вернется в Аламбик. Я знала, что вы, Янки, странные люди, но что ты разговариваешь сам с собой вслух, да еще по-французски. Некоторые люди еще более странные, чем все остальные. До скорого. Ну а теперь поговорим о сюжете. Действие происходит в Париже 20-30-х годов 20 века, а точнее в 1927 году, позднее поясню почему. К бывшему сотруднику агентства Пинкертона, а ныне простому художнику Густаву Макферсону или Макферсону, обращается некая София Блейк и просит расследовать убийство своей сестры и ее мужа, которое произошло в фешенебельном отеле «Орфей». Поскольку Макферсону стало интересно само дело, да и мисс Блейк обещала очень высокий гонорар, Густав соглашается на ее предложение, сам того не зная, куда же заведет его это расследование. Чтобы не спойлерить, не буду раскрывать все тайны сюжета, упомяну лишь, что без мистики здесь явно не обойдется. Концепция игры несколько раз менялась. Например, одна из ранних версий выглядела так.
Сестра Гасса и ее муж становятся жертвами какого-то мерзкого культа, тела обезглавленные. Подозрительная женщина-медиум пытается нанять Гасса расследовать это убийство втайне от полиции. А тут еще эти ночные кошмары и видения. Первоначально сам Макферсон выглядел так. И еще был вот такой загадочный персонаж, который так и не вошел в финальную версию игры. Собственно, сам игровой процесс представляет собой три составляющих. Это решение загадок, собирание предметов с последующим их применением и разговоры с НПС. Начнем, пожалуй, с диалогов, ибо на них во многом держится игра. Диалоги представлены в виде развилок со множеством вариантов ответа, и почти любая сказанная Макферсоном фраза может очень серьезно повлиять на дальнейшее прохождение игры. Например, перед беседой с портье Гасс может представиться детективом, журналистом или страховым агентом. Его цель – выудить как можно больше информации о случившемся и получить доступ к месту преступления. Если вы попытаетесь проиграть все варианты, то быстро узнаете, что газетчиков и сыщиков портье на дух не выносит. Но зато из разговора можно будет узнать о подозрительном субъекте, который пытался в ночь убийства пробраться в комнату к жертвам. А если вы завоюете доверие партии рассказом о том, что вы представитель богатой, но очень боязливой американки, которая решила снять номер в гостинице на целый год, он сам вас проводит к месту преступления. Вот только о подозреваемом вам придется узнавать из других источников. Но это все последствия вашего выбора. Газетчикам и сыщикам вход на верхние этажи запрещен, и Гассу придется влезть в чемодан, чтобы туда попасть. И таких развилок в игре множество, что в свою очередь дает возможность решения одной и той же задачи разными путями. У игры три возможных финала. Чем закончится вся история, вплоть до того, останется ли живых сам Гасс, зависит от того, как тщательно вы вели расследование, собирали все улики и смогли ли убедительно доложить о найденных доказательствах местному инспектору. Загадок на протяжении игры немного. Достаточно интересна была загадка с моделью Солнечной системы, где нам надо было вводить определенные даты по принципу год, месяц, день. Неплоха была и мини-игра со взломом замка отмычками. Кстати, в игре две закрытые двери, а отмычки можем использовать только один раз. Но вот для финальной загадки с фреской вам явно придется запастись нервами, потому что я такого пиксель-хайтинга ни в одном квесте пока еще не видел. При том, чтобы найти нужные нам фрагменты, их еще надо какое-то время просвечивать свечкой, ибо с первого раза они явно не появятся. Сбор предметов же особо из себя ничего не представляет. Или мы просто находим предметы, или же получаем их вследствие правильного ведения диалога с НПСом. У Постмортима было так называемое продолжение. Игра Still Life, хотя я больше бы назвал это все-таки спин-оффом. Там мы играли за внучку Макферсона Викторию. Впрочем, за самого Гасса тоже. Подробнее про эту игру я расскажу в одном из своих следующих выпусков. А пока хотелось бы затронуть вопрос о время действия самого Постмортим. В игре четких временных рамок не было. Это был Париж 20-х или 30-х годов 20 века. Сами авторы не давали нам ответа. Зато в игре вырисовывались две даты. Первая хоть и не совсем четко, но намекала на десятилетие. А вот вторая была скорее приколом от разработчиков и является пасхалкой. В Still Life же дата действия Постмортима четко показана вот на этом портрете. Одна из ранних картин моего деда. Думаю, из тех времен, когда он жил в Париже. И в дневниковых записях Густава. Прага, 1929. Со времени странных событий в Париже прошло 2 года. Однако то ли в силу того, что Still Life неоднократно менял свою концепцию, то ли разработчики намеренно, чтобы запутать игроков еще больше, включили в игру вот такой вот документ.
В игре встречалось огромное количество багов и глюков. Например, в некоторых версиях игры, если Густав с первого раза не нарисовал портрет подозреваемого, то игровой процесс застревал, так как главный свидетель не мог его опознать, даже после правильной перерисовки. Но повторяюсь, эти баги некоторых версий. А вот в самой игре был куда более забавный баг. Так, например, во время разговора с жандармом Бове, при выборе определенной последовательности реплик, появлялось изображение масок. Если на них нажать, раздается звук шелеста страниц, и нам показывают Густава, который ничего не говорит, после чего Бове нам что-нибудь ответит. Видимо, это остатки вырезанной функции автовыбора реплик или что-то в этом роде, которые так и не пофиксили патчами. Был еще и достаточно забавный глюк с очками Макферсона. В скриптовой сценке, когда он залезает в чемодан, очки торчат сквозь стенку и более того остаются висеть в воздухе. Музыку к игре написал композитор Роберт Маршан. Музыка получилась очень атмосферной. И хоть ее мало, но не создается такого ощущения, что какая-то композиция лишняя. Каждая музыкальная тема звучит на какой-то своей определенной локации и, более того, звучит крайне в тему. Сейчас я поставлю вам некоторые композиции из игры. Как ни странно, мнения различных игровых изданий и сайтов разделились. Одни хвалили игру и даже порой перехваливали. Так, например, сайт Agro поставил игре 9,9 из 10, почти ничего не упоминая о ее минусах. Другие же, напротив, игру критиковали, и порой незаслуженно. Так, например, Game Revolution поставил игре 4,3 из 10. Самой же адекватной оценкой, я считаю, оценку от Игромании. 8 из 10. Несмотря на то, как бы я не любил эту игру, перехваливать ее я не собираюсь. У игры есть явные недостатки, как в системе диалогов, так и в визуальном плане, чего только стоят нарисованные посетители Аламбика. Поэтому моя оценка игре будет 8,5 из 10. Ну что же, подходит к концу очередной выпуск передачи «Ретромания».
Следующий выпуск будет посвящен игре «Князь легенда лесной страны». А на этой ноте я прощаюсь с вами и до новых встреч. Да, и чуть не забыл. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу ВКонтакте. Ссылки на них находятся под видео. Ну и также участвуйте в голосовании отбора игры на следующий обзор.